это было? Что это такое хрустит? Ладно. Сейчас мы пойдем. Ой. Где она? Где ходит? А? Не так страшно. Чего? Ты где? Найди меня, найди подсказки. Это булашка. Где она? Хорошо, ладно, найти. Это что? Найди рисунок. Сейчас будем искать. Где она, блин, подсказок больше не может дать? Блин, где подсказка? Не рисую. А это что еще? Надеюсь, я еще то, что надо. Деревья, доска и кровь. То есть я должен упасть с доски? Но с какой именно? Я упадать не хочу. То есть эти доски, они уже все сломаны. Уже трещина. Ой, что это еще тут было? Бумажка опять. Твоя сестра в том месте, где лес дремучий. Что делать? Еще эта палка упала на меня, так больно. Зачем я связался с этим лесом? Да где же это? Где она? Столько лесов уже прошел. Только один остался. Все? Угу. О нет, что случилось с Дианой? Что с тобой стало, Диан? Диана, вставай! Где я? Надо бежать, бежать, бежим! Бежим! В общем, знаешь, что случилось? Когда ты шел вот здесь вот рядом, то я увидела каких-то двух мужчин странных. Они были всем в черном. Я не могла понять, кто это такие. Они меня затащили куда-то вот туда и кинули на меня доску. Потом я очнулась и вижу тебя. Сразу подумала, нужно бежать. Вот. Я не знаю, что делать. Ты понимаешь, что мы в каком-то поле и не рядом с домом? Да, я знаю, но нам нечего делать. Нам... Мы... Дороги не знаем домой. Как нам вернуться домой-то теперь? Ну, не знаю, может, какие-нибудь подсказки, либо... Или что-нибудь такое. Нет, нужно делать решительно. У меня были в кармане телефон, но он пропал. Они украли, а там у меня была карта нашего дома, и это место запечатлено. Здесь сноп сена. Покажи сноп сена. Сноп сена. И вот, у меня это тоже было на карте, я не знаю, нужно отобрать у них телефон как-то. Ну а как? В общем, план таков. Сейчас мы пробираемся в другой лес. Я слышала, они о чем-то говорили о соседнем лесе. Это вот этот вот. И там они сказали, типа, положим туда телефон. Что ж, пошли! Пошли. Смотри, кто-то кто-то тропинку протоптал. Ты об этот лес говорила, то, что они здесь прячут телефон? Да, я слышала. Это как раз соседний лес. Ой... Блин, кусты шевелятся, вот видите, там кусты шевелятся. Кто-то шевелит.
Блин, это они. Точно они. Надо Диану будет позвать сейчас. А, ура, мы забрали телефон. Теперь они в этом лесу навсегда останутся. Кто мы это? Следим. Да, точно. Мы их следим. А, ну вот беда. Что случилось? Они идут сюда, походу. Бежим. Их надо застрелить, пока что они нас не поймали. Стоять! Кто это бежит? Где? Бежим, бежим из лесу. Бежим, бежим. Бежим, бегом. Бежим. Подожди, я споткнулся. Осталось немножко. Совсем чуть-чуть. Мы уже идем 45 часов. Я не знаю, что происходит. Но, слава богу, мы от них оторвались, да, ведь? Да. Ты видишь, там что-то видеется? Да неужели? Это же наш дом. Бежим!